Друзья, сегодня будем готовить с вами вот такой вот вкуснейший кекс. Он получается очень нежный, очень воздушный и очень насыщенный по своему вкусу. Для этого нужно взять всего лишь один апельсин, а остальное все можно найти у себя в холодильнике и на кухне. Итак, берем один апельсин, снимаем цедру, ну а затем разрезаем просто напополам и выжимаем сок. Замешиваем тесто. Берем сначала 200 грамм просеянной муки, добавляем сюда пол пакета разрыхлителя и хорошенько все перемешиваем. Отставляем в сторону. В другую чашку насыпаем сахарный песок 100 грамм и добавляем мягкое сливочное масло 125 грамм. Хорошенечко все размешиваем. Я это сделала просто ложкой и добавила сюда 2 яйца. Опять же хорошо перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Взбейте все хорошенько венчиком и добавьте сюда часть цедры. Я взяла ровно половину и хорошенько опять все перемешала. Затем соединила две массы, добавила в жидкую сухую и все хорошенько вымесила. Получилась вот такая вот довольно густая масса. Теперь мы будем выкладывать наше тесто в форму, которая была ранее застелена пергаментом. Все хорошенечко утрамбовали и ставим в духовку с режимом конвекция 160 градусов на 45 минут. А теперь займемся соком. В одну чашку мы добавим 2 столовых ложки, а в другую выливаем оставшийся сок. И добавляем в большую часть 3-4 столовых ложки сахарной пудры. И все хорошенечко размешиваем. Это нам пригодится, чтобы пропитать наш кекс. А 2 столовых ложки мы оставим для глазури. Ну вот, наш кекс испекся. Мы его накалываем и пропитываем апельсиновым соком. Затем мы перемешаем 2 столовых ложки апельсинового сока с сахарной пудрой. У нас получилась вот такая вот густая глазурь. И хорошенечко смазываем еще теплый кекс со всех сторон. И посыпаем сверху цедрой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Жмите на колокольчик. Всего доброго, удачи вам, друзья. Пока-пока!